Маршрутка номер 230 по просьбам жителей города возобновила работу и будет ездить до Крутых Ключей. Ранее маршрутка доезжала только до торгового центра «Московский». Автобусы маршрута номер 230 будут курсировать по следующей схеме. Микрорайон «Крутые Ключи», торговый центр «Мега», Московское шоссе, заезд в поселок Мехзавод, Московское шоссе, Ракитовское шоссе, улица Магистральная, Зубчининовское шоссе, Днепровский проезд, улица Земица, Заводское шоссе, проспект Кирова, улица Победы, улица Литвина, Днепровский проезд, Зубчининовское шоссе, Магистральное, Ракитовское шоссе, Московское шоссе, торговый центр «Мега», микрорайон «Крутые ключи». Маршрутка будет курсировать с 6 утра до 19 часов вечера с интервалом в 30 минут.